В Москве задержали преступную группу, которая подделывала банковские гарантии. Они обеспечили государственные контракты на сумму более 1 миллиарда рублей. Это около 30 миллионов долларов. Как сообщили в московской полиции, это была крупнейшая в России преступная группа. Действуя от имени различных банков в качестве уполномоченных агентов, преступники искали организации, признанные победителями в аукционах, и предлагали им услуги по оформлению и выдаче банковских гарантий. Организации после получения таких документов заключали крупные государственные контракты, не подозревая о том, что все банковские документы, печати и подписи поддельны и никакой финансовой гарантии у них нет. В указанную преступную схему были вовлечены сотрудники банков, которые в случае необходимости предоставляли от имени финансово-кредитных учреждений ответы сложными подтверждениями указанных документов. По предварительным данным, услугами лжефинансистов успели воспользоваться исполнители государственных контрактов по всей России. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли десятки поддельных печатей, бланков, электронных носителей информации. Возбуждено уголовное дело. В результате деятельности организованной преступной группы подложными гарантиями были обеспечены государственные контракты на общую сумму более миллиарда рублей. То есть была создана реальная угроза нанесения существенного ущерба бюджетам Российской Федерации различных уровней. Своевременное пресечение деятельности этой группировки позволило не только предотвратить огромный материальный ущерб, но и непоправимый ущерб таким правовым институтам, как финансовое обеспечение инвестиционной деятельности и система государственных контрактов в целом.